Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. От душевного мятежа многие приходят к религии. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Эти люди должны трудиться над укреплением своего характера, заставить себя преодолевать собственные слабости и нерешительность, поверить в себя. Если этому владельцу имени приходится оставаться в тени, то они чувствуют себя неудовлетворенными и недовольными, утрачивая жизненную энергию, фантазию и способность к творчеству. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. В основном обладатели этого имени склонны к эксцентричности, эгоистичности, доминированию над окружающими. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.